Ребят, ну я не мог пройти мимо этой новости. Значит, осенью в Москве на Болотной площади поставят скульптуру современного художника, какого-то Урса Фишера. Я не сильно знаю современное искусство, простите меня. Значит, я посмотрел на эту скульптуру. 12-метровая скульптура. Да простит меня Урс Фишер и фонд, который это ставит. Я так понимаю, это не за деньги налогоплательщиков, это частные инвестиции в развитие современного искусства, но это не отменяет того, что это просто выглядит как 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма. Просто это кошмар. Но это как бы современное искусство. И товарищи, которые это делают, они говорят, ну как же, это стояло во Флоренции, это стояло в Нью-Йорке среди небоскребов. Ну мало ли где что стояло. Во Флоренции флорентийцы хотя могут отойти, хотя бы отдохнуть, подышать свежим воздухом около произведений Микеланджело и Гиберти. А нам только до ближайшего князя, если добежать, передохнуть. Потому что, это ужасно. Это ужасно. Это реально отвратительно, мерзко. Там нет никакого смысла. В этом нет никакого искусства. И почему никто не скажет, что король голый, что такие художники — это просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за какой-то свободой формы. Я так вижу. Ну да, ты видишь, и мы видим, что это говно. Зачем в Москве ставить это на площади? Я не понимаю. Не понимаю. А главное, у нас есть талантливые, классные скульпторы, современные, наши. Ну, поддержите вы их, если у вас есть свободные деньги. Это ваше право распоряжаться и вкладывать их в любое говно. Ну, чисто так, от нас, от москвичей, от зрителей. Я дальше поставлю в карусель это изображение. Ну, посмотрите. Ну, я не прав разве? Ну, посмотрите сейчас, как это выглядит. И в комментариях напишите, хотели ли бы вы на площади это видеть? А? Ну, так просто, эксперимент. Может, это кому-то надо. Может, я ни черта не соображаю.